30 июня 2020 года в Санкт-Петербургском медико-социальном институте прошла пресс-конференция, посвященная внедрению телемедицинского портала GistoScan в образовательный процесс. Уникальная разработка компании BioVitrum. Портал GistoScan использовался в ВУЗе в летнюю сессию 2020 года при сдаче экзамена по патологической анатомии. В период пандемии, когда весь образовательный процесс перешел на дистанционный метод, портал позволил провести экзамен в полном объеме. Мы вынуждены были переводить весь образовательный процесс на дистанционное русло, на дистанционные рельсы. Что мы и сделали? Ну, конечно, в первую очередь это были лекционные занятия. И лекции читать дистанционно, в общем, это оказалось не так сложно, и технический ВУЗ был к этому готов. Участниками пресс-конференции стали разработчики программного продукта и ведущие представители медико-социального института. Руководство ВУЗа поделилось своим опытом использования портала. С темой GistoScan мы уже встретились давно, как сказали мои коллеги, и мы ей активно пользуемся, потому что случаи на консультацию у нас идут ежедневно, и мы общаемся, в общем-то, с отдаленными уголками нашей страны. С помощью этой программы нам присылают на консультацию, мы даем заключение. И тогда вот возникла эта мысль, что попробовать сделать экзамен дистанционно с помощью программы GistoScan. Специалисты компании BioVitrum подчеркивают, что изначально портал разрабатывался как инструмент для получения второго мнения по клиническим случаям и проведения консилиумов. На портал можно загружать любую диагностическую информацию. От изображений микропрепаратов, полученных при сканировании гистологических стекол на специальном оборудовании, до истории болезни и данных радиологических исследований. GistoScan – это программа, которая предоставляет широкие возможности не только для телеконсультации, не только для коллаборации врачей и патологоанатомов, но и для академического процесса. Мы это показали вот здесь на примере медико-социального института. Это был очень успешный проект, очень интересный проект. Мы помогли коллегам принять экзамен по патологической анатомии. Дотация этого продукта для учебных целей она была выполнена достаточно быстро. К счастью, имея вот ту базу, которая у нас была для удаленных консультаций, мы очень быстро, в течение около месяца, буквально там месяца или недели, смогли доработать этот продукт, довести его до состояния, которое позволит сейчас в процессе обучения и в процессе сдачи экзаменов отказаться от использования микроскопов, а главное, ну, в текущих реалиях, с текущими логистическими проблемами проводить обучение независимо от того, где находится сейчас человек. Как обучение, так и непосредственно сдачу экзамена. Для дистанционной сдачи экзамена студенту не нужно устанавливать никакого дополнительного программного обеспечения. Достаточно зайти по ссылке на портал с любого устройства с доступом в интернет. Почте. Конечно, когда проходит экзамен, присутствуют доценты, преподаватели, лаборанты кафедры по электронной почте, получает логин, пароль и ссылку на GistoScan. Он заходит в программу GistoScan, заходит в случае на консультацию, и у него появляется тот билет, который ему достался путем выборки случайных чисел. Вот, допустим, студенту попался билет, и он видит на экране слайды, которые это и микропрепараты 2, и макропрепараты, которые оцифрованы со всех сторон. Студент может рассмотреть любой патологический процесс на любом увеличении. Как будто он сидит в аудитории, перед ним микроскоп, у него лежит на предметном столике стекло, и он вращает предметный столик и наблюдает патологический процесс. Таким образом, студент смотрит один микропрепарат, по стандарту второй микропрепарат с четкой картинкой и ставит. У него задача определить орган, определить патологический процесс и указать окраску. То есть то, что мы спрашиваем традиционно на обыкновенном нашем экзамене. Преимущество использования портала GistoScan в образовательном процессе оценили не только преподаватели, но и студенты.
Там в микроскоп ты сидишь, глаза там пока настроил, там у кого зрение, не зрение, голова кружится, ну, как обычно. Вот, а здесь ты смотришь на экран, ты все понимаешь, тебе показывают там пальчиком тут, а вот здесь нужно запомнить, то есть было на самом деле очень удобно. Плюс Ирина Анатольевна создала электронный атлас, которым мы всегда могли пользоваться, да, потому что у нас каждый раз было домашнее задание. Вот, и по электронному атласу нужно было готовиться. Я в своем смартфоне спокойно открываю, вот, точно так же я вижу микропрепараты. Несмотря на то, что все изображения имеют огромный размер, начиная от полугигабайта, конечно, работать с этими изображениями как потребителем очень легко и просто. То есть для этого достаточно либо ноутбука, там немощного планшета, иногда даже телефона, студенты рассказывали, и простого соединения. По мнению первого проректора медико-социального института, когда обучение в России вернется в обычный формат, гистоскан можно и нужно будет использовать для практических занятий и экзаменов. Богатый функционал системы позволит реализовать удобный и эффективный образовательный процесс и в других российских вузах.